Всем привет, это Лавацкий и рубрика «Золотая борода». А сегодня у нас на обзоре масло для бороды «Warming» от «Бородист». Находится оно вот в такой брендированной картонной упаковке. Внутри у нас подробная инструкция, как наносить масло. Бутылек оснащен пипеткой, что очень удобно. И, как всегда, крутой бородистовский дизайн с бородачом на этикетке. Объем бутылька 30 мл. Немного, но и цена не кусается. Warming – это масло от бородист с экстрактом перца чили, натурального стимулятора роста волос. Оно улучшает приток крови к луковицам и активизирует их работу. При регулярном уходе борода станет более плотной и густой. В основе – масло жожоба, которое питает, увлажняет и защищает. Дополнительный уход обеспечивает микс из 5 масел – сладкого миндаля, виноградных косточек, зародышей пшеницы, макадамии и касторового, а также витамин Е. Масло обладает терпким и в то же время свежим ароматом пряного апельсина. Подходит для любых типов волос и кожи. Быстро впитывается, не оставляет жирной пленки, что говорит о хорошем качестве средства. Отлично подойдет для тех, у кого неравномерно растет борода. Как же им пользоваться? Умываемся, вытираем бороду полотенцем, но не на сухую. Наносим 5-7 капель масла на ладонь и втираем против роста волос. А потом проходимся по поверхности. А на проблемные участки можно нанести побольше. Как и где заказать? Заходим на сайт бородист.com, либо переходим по ссылке в описании видео. С вами был Алавацкий и рубрика «Золотая борода». Всем бороды, мужики! А теперь можешь посмотреть другие видео на моем канале. Кликай на понравившееся и не забудь подписаться и поставить лайк.